Клим с Макой смотрит телевизор. Я здесь крашусь. Клим, скажи всем привет. Климась, говори привет. Ой, молодец. Мака, кто там? Фу! Нельзя давать. И пить водичку. Не. Не трогай. Давай одеваться будем, да? Мака, ты дома. Ты что делаешь? Все, так пойдешь? Все, пойдем. Водичка-то. Ака, ты дома? Папа. Папа, упала водичка. Говори маме пока. Пока, мама. Пока, мама. Пока, мама. Нет, мама-то с тобой пойдет. Маке скажи пока. Ака, Ака. Молодец. Да, мама. Пить. Давай. Тетя. Что это? Тетя. Кондиционер, не трогай пальчик. Сейчас пальчик сколько прищемит тебе. Пойдем. Сына, одень, а то головку напечет. Пойдем. Зимой хорош. Пойдет шапочка. Мы с Климом, мы с Климкой обои в шляпах. Эй, а ну-ка одень. Кепку забыли. Одевай давай. Мы с Климкой оставили Маку у бабули. Идем в магазин. Клим, а ну-ка выйди оттуда. Сейчас дядя будет ругать тебя. Выходи. Пошли, да? Пока говори, тетя. Пока тете говори. Нельзя трогать. Да, мама. Одень на головку. Ой, упала. Я запишу. Не надо трогать. Еще. Еще? На. Ой, жарко. Дома плохо покушала, купила банан ему. Что там за нитка у тебя торчит? Маки. К Маке пойдем? Нет. Папе. Нет, папа на работе, сынок. На, кусай еще. Поехали потихоньку. Ой, тут тенек единственный. Осторожно, Клим. Да. Можно упасть. Да. Папа, папа. Вот так ножку поставил. Папа, папа. Ну, слазь тогда, если боишься. Сметану, творог продают у нас тут во дворе. Дядя, да, там кричит? Да. Холодненькая? Да. Мамы. Сесть хочешь на ручки? Да. Рядышком садись. Ой, здесь прохладно, хорошо. Да, рядом с родителями. Холодненькая? Ручки мерзнут, да? Дашь маме чуть-чуть?
Да. Грей ручки об маму. Чача. Вкусно. Он как мороженое, коктейль. Ты уснул? Да. Покажи, как ты спишь. Все, проснулся? Да. А еще как спишь? Спи. Все. Все, проснулся? Да. А еще? Все. Ты еще храпишь? Да. Ужас какой-то, на. Да там закрыто. Всем привет! Я здесь пытаюсь готовить кушать, суп. Хочу сделать вареники с черешней. Еще хотела обсудить такой момент. Я записала, как вы помните, видео с Маргаритой Challenge Bean Boozled. Очень забавное по мне видео. Я так устала от комментариев насчет того, что Маргарита орет. И вообще всяких гадостей в сторону Маргариты и меня. Я 100 раз пересмотрела это видео, монтировала, спрашивала Саню, мам, ну она там что, орет? Все говорят, нет, ну просто ребенок смеется, выражает свои эмоции. Это естественно. Я вам хочу сказать, дети, которые мне это пишут, это абсолютно нормальная реакция. То, что вы пишете, это ненормально. Я иногда читаю, ужасаюсь. Таких слов матерных даже я не знаю. Мне хочется сказать, у вас вообще мама, папа есть? Почему вы такие злые? Откуда столько агрессии? Меня это, по крайней мере, не раздражало. Откуда же вы такие молодые, нервные, раздражительные? Что же дальше тогда будет? Я в последнее время все подчищаю. Делаю пожаловаться на комментарии. И ваша власть, которую вы чувствуете, когда пишете такие злые комментарии, она просто исчезнет. Ваши комментарии будут все в спаме. Так что, пожалуйста, хорошенько подумайте, прежде чем написать. Потому что вы рискуете репутацией своего канала. Если вас, конечно, она волнует. Вот, все. Сейчас буду кушать, готовить, и вам все покажу обязательно. Сейчас буду лепить вареники. Вот столько черешни, сахарку чуть-чуть добавлять буду. Тут тесто. Смотрю передачу про Наполеона. Все злодеи и гении я уже пересмотрела. Смотрю сейчас все подряд. Мне все исторические передачи очень интересны. Гороховый суп получился такой вкусный, что я налила себе добавку с сухариками. Чуть-чуть совсем. Очень вкусно. Вкусный салатик? Помидорки отбираем. Санькин суп. Салатик. Горячо, аккуратно. Баба будет сразу. Вот наши вареники. Минка, ты будешь кушать? Да. Только не трогай горячие. Остынут сначала, а потом будешь. Что там? Осторожно. Вот я их еще сахарком посыпала. Вареники с черешней. Супер. Климась. Видишь, какие горячие? Да. Как тебе вареники? Очень вкусные. Объедимся сейчас. Да. Сначала суп, теперь вареники. И Клим, кстати, с удовольствием кушает. Клим, вкусно? А может, он поймет песню и займется вашим рукопожатием? У меня есть пара идей. Нет, песня сначала. В конце концов, это моя идея. Но мы уже попытаемся. Простите, ну если вы хотите мой клуб, полагайте мне спеть песни. Сина, mm-hmm. Вкусно? Мама, баба. Что сделал? Мама, баба. Сломал? Баба. Уронил и сломал, да? Да. А ты скажи всем пока, и мама сейчас починит. Пока. Скажи пока всем. Пока. Все. Пока. Все. Ну ладно, воздушный поцелуй.